Всем привет! Сегодня мои домашние вкусноежки приготовим очень простой, но безумно вкусный салат из пекинской капусты с колбасой салями и яичными блинчиками. И все это мы заправим йогурт термостатный и майонез. Ну, йогурт можно заменить сметаной. Это по желанию, тут не обязательно. Нам понадобится пекинская капуста, полкилограмма, грамм 200-300 колбасы, салями сегодня будет у нас, один свежий огурчик, болгарский перец, 4 яичка, немного зелени. Зелень любая на ваше усмотрение, я буду использовать зеленый лук и укроп, немного молока, соль, перец, специи, которые вы кушаете. Ну и для заправки, как я говорила, это майонез у меня будет и термостатный сегодня йогурт. Ну что, приступим? Как готовятся яичные блинчики, я уже не раз рассказывала. Берем яйцо, добавляем пару ложек молока, соль и немного взбиваем. Можно венчиком это сделать. Даже это будет не взбиваем, а перемешиваем. И выливаем на хорошо разогретую смазанную сковородку. Поджариваем до золотистого цвета и переворачиваем. Также обжарим и с этой стороны. Все, готовый блинчик. Снимаем. Итак, проделаем это с остальными 4 яичками. Все, блинчики наши, вот 4 штуки, готовы. Пусть немножечко остывают. А мы в это время нарежем наши овощи. Капусту режем мелко. Достаточно. Салями нарезаю сначала кружочками. В принципе, можно ветчину использовать, не только салями. Это у меня сегодня такая колбаса была под рукой. И теперь вот так соломкой. И отправляем это капусте. Также соломкой порежем огурец. Сначала дольками, а потом соломкой. И огурец также отправляем
салат, капусту. Также мелко режем болгарский перец. Кто не любит болгарский перец, этот салат можно приготовить и без перца. Также высыпаем его в салат. Мелко шинкуем зелень. У меня лук и укроп. Любители кинзы могут добавить веточку кинзы. Мы любители, но у нас ее под рукой сейчас нет. И все сюда же. Попытаюсь перемешать. Чашка, наверное, маленькая. Сейчас другую надо будет переложить чашку. Потому что еще будут блины. Да, неудобно будет вымешивать. Сейчас мы переложим чашку побольше. Теперь можно будет хорошо перемешать. Очередь дошла и до блинчиков. Они остыли. Кто-то это называет яичными блинчиками. Кто-то, я видела, встречается описание как омлет. Потому что яйцо молоком — это своего рода омлет. Вот так разрезаем наши блинчики. Тоже соломкой нарезаем. Меняя те или иные ингредиенты в салате, можно получить разный вкус. То есть, я же говорила, вместо салями можем ветчину использовать или куриную грудку отварную. И уже будет у вас новый салат. Новый вкус салата. Так. Часть я возьму сверху на украшение. А все остальное отправляется в салат. И так же все перемешаем. В принципе, наш салат готов. Его остается только заправить. Мы его заправим сейчас. А вообще его перед подачей на стол уже, когда на стол подавать. Так вот можно приготовить, поставить в холодильник, а именно перед подачей на стол добавляем заправку. В качестве заправки, напоминаю, у меня термостатный йогурт. Можно сметану. И немного майонеза. Мы не обходимся без перчика, поэтому сразу добавляю и перец. Теперь уже хорошо вымешиваем. При необходимости, если вам кажется, что не хватает соли, яички мы солили, майонез тоже как бы с солью
Поэтому я добавлять соль не буду, а вы пробуйте по вкусу и при необходимости можете соль отрегулировать. Ну и теперь выложим на тарелку и будем дегустировать. Такой салат пойдет как на каждый день, так и на праздничном столе. Он будет не лишним. Вот мы оставляли немножечко омлетика. И можно будет вот так немного украсить. Вот такой салат у нас получился. Кому полезно было мое видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий выпуск. Пишите в комментариях, какие салаты вы сейчас готовите. И, возможно, по вашему рецепту я приготовлю в следующий раз и передам вам большой привет. Ну и всем пока-пока. До скорой встречи на кухне и уже скоро на рыбалке.